А есть такой сосновый лес полностью. Вот такие большие-большие болота. Интересно, почему. А дальше другим деревьям очень сильно повезло. Начинается красивый лес. Да, власть перенизная, да, болота. Какой красивый лес. Здесь у нас маленькая остановка, небольшая. Размять свои косточки. Красота. Лес необыкновенный. Вон там он. Вот такой вот. И черничный. Ух, и здесь растут. Симпатичные. Красивенькие. Листья уже желтые. И вот мокруха, понятно, что она желтая ножка, как эти листья. Ух, ладно, собирать некогда. Дальше теперь мой руль будет. Перекусит за это время. Все равно ехать еще очень далеко и долго. Да, я еду, рулила. Лучше я дорогу поснимаю. Здесь гораздо интереснее. Ну, сотку я только и проехала. Да. Хватит меня. Потому что ремонт дороги – это очень скучно и печально. Братская область – 600 километров. внутри, а тут вот пока остановка. Что это такое? Я увидела на дереве. Что это сделано такое? Для чего это? Какие-то удобства, хрен знает что. Даже зря камеру испортила. Вот такой лес. Заправка очень хорошая, культурная. Это у нас вторая заправка. Ой, скользко, на веточке поскользнулась. Это у нас вторая заправка. Вот здесь у них тут место отдыха. Почти как у нас. Хотя рядом кафе, такие столики, так все хорошо. Ну, бесплатно на природе всем больше нравится. Вон наша машинка. Отлично, вторая заправка. Это место я всегда снимаю. Что ж это за какой-то как, какая-то церковь там. Вот.
Как ты не поймешь? Даже камера не хочется выключать. Мы читаем ориентиры, потому что мы готовы. У нас Мурманское шоссе, Выборгское шоссе, но нам надо на Выборгское шоссе. Улица Хошимина. Метро пролетарское там у них. Какое пролетарское? Просвещение. Просвещение.